А народ не обидчивый, богослов халява. Философ Брут. Ритор Горобец. Не можно. У меня двор полон народа. Куда я вас дену? Умилосердись, бабуся. Ну как же так можно, чтобы христианские души пропадали ни за что, ни про что? Где-нибудь повести нас. Если мы что-нибудь как-нибудь того или какое другое что сделаем, то пусть... Хорошо, я пущу вас. Сели вчера с женой ужинать, и не понравилось мне. Она сразу подавилась. Обычно не сразу, а тут сразу. Ей еще сказал, не заглатывай кусками. Что ты как волк? Что ты торопишься? Мы сегодня не ждем никого. Только сказал звонок. Подошли тихонько к двери, и жена спрашивает, кто там? Оттуда, не пустите ли переночевать? А мы в Москве живем в центре на 6-м этаже. Жена остолбенела, но через 5 минут встряхнулась, спрашивает, кто там? Не пустили переночевать, люди добрые, как в старину, стучали в первую попавшуюся избу, их пускали. Кого? Незнакомых людей. Глазка у нас нет, но по голосу мужчина лет 40. Рожа бандитская, 2 метра ростом. Колошницы дверь подперли. Я говорю, первая попавшаяся дверь на 1-м этаже. А вы на 6-й забрались. Я выбирал, куда наверняка пустят. Храни вас Господь, здоровья вам и вашим детям. На жену смотреть жалко. Но она взяла себя в руки, перекрестилась 3 раза. Спрашивает, кто там? Не пустили переночевать? Я говорю, мы с удовольствием пустили бы, как в старину, но не можем дверь открыть. Замок сломали. Бандит, так все равно дверь надо ломать, давайте я помогу. Жена бледная стоит, ни кровинки в лице, но из последних сил собралась, спрашивает, кто там? Путник, а вы к кому? К вам. А чего? Не пустили переночевать? Она вдоль стенки сползла на пол, затихла. Я говорю, мы пустили бы, да у нас холера. Очень хорошо, как раз холерой я уже переболел. Не пустили переночевать странника с котомкой, считай, с ножом. И тут вижу на жену, как будто кто-то живой водой брызнул. Говорит, в старину и замков на двери не вешали. Люди были добрее и честнее. Вас пустить ночевать, что ли? Да. Лицо у нее просветлело, и она сказала, милый, хороший человек, с удовольствием пустили бы, да никого дома нет.